красным рулем, Валерий Куликута, Дмитрий Петров, синим Алексей Хмельнюк и на радар. Thank you.
Thank you.
блукает синим углу 95-го года рождения, мастер спорта Украины, энергодар. 7 лет занимается боксом, счет боям не идет. Бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года в Венгрии. Тренируется под руководством Владимира Ненашева. Спортивная цель Демкина стать чемпионом Олимпийских игр. Я хочу представить на наших соревнованиях присутствует старший тренер сборной команды страны, мастер спорта международного класса, чемпион Европы и СССР Виктор Павлович Зверев. Давайте поприветствуем. Пятую пару встретили Насенко, судья международной категории, Днепропетров, Хаджи Муратов, Конут, Чазов, Габриян и Зверько. Все судьи международной категории. Субтитры
счет более 4-4. А по количеству нанесенных ударов 26-24 выиграл Красный Ул Максим Борг, вышел в финал наших соревнований. Дурки награждается дипломом и бронзовой медалью. Пестонов награждает боксера. Thank you.
Это у вас там наши дома, да? Шестую пару обслужит рефери Сахнев Михаил, судья международной категории Львов, боковые судьи Шорда, Истунов, Белых, Казах, Елокин. Готовится шестая пара, Михаил Харчиков Донец и русский культурный Харьков. Нашего турнира это натуральная природная вода, аквариум «Актив». Пейте и будьте здоровыми. Thank you.
шестая пара, это вторая полуфинальная пара, высоких категорий до 56 килограмм, Михаил Харчиков, Горловка и Антон Губский, Харьков. А в этом бою победу и право во всех финале завоевал Владислав Ветушкин-Минеев, счет роли 13-3. Нет.
сейчас я убавлю. Значит, первый, я Это самое подходное.